А по телеку все та же программа. Мелодрама, реклама. Сейчас как-нибудь все, потому что бить, это нормально. Все интервью Михаила Миллера. Слушайте. Руснул. Так он на красный поехал. Блять! Ебаный гандон, блядь!
Рошина к нам бежит. Ебать! Помоги ей! Она вышла из-за машины. Ой, боже. Бля! Что за хуй, бля? Которые играют в политику, просто бежать. Допустим, люблю совсем не то, что они пропагандируют. То есть, мне кажется, все-таки это люди не до юности уже. Они же не до юности. Ой, ой, выпал нахуй, вчера я получил все мать. Говори, что включай. На нахуй! Ну, куда ж ты опять лезешь? Зачем? Зачем он опять в этот сугроб залез? Ух ты, ебаный рот, Вася! Да у меня пиздец тут авария. Свяк. Урод. Интересно, а дядька где тут? Поворачивайся. Да ёпстель-мопстель!